Добрый вечер, ребята, вам из Стамбула. Как ваши дела? Как ваше настроение? Айдынчик к нам пришел. Девочки, не знаю, мне кажется, Айдынчик наш никогда не кушал бамя. Пришел, умял, говорит. Или же не салык, мамка говорит, да? Девочкам привет скажи. Привет, как ваши дела? Как ваши дела? С работы забежал за посылками. Я же вам показала, протеин пришел. Пришел. Девочку, ту квартирку, которую мы хотели купить, нам уступку не давали. А сейчас, девочки, эту квартирку продают. Цену сбавили. Во. Это Айдын мне сегодня отправил. А я не поняла вообще ничего. Он говорит, мне скидку сделали. Я думаю, как? Вроде денег нету. Собрался покупать квартирку, что ли. А я ничего не поняла. Картинку не смотрю внимательно, не изучила картинку. Потом нажала на ссылку, которую он мне отправил. Смотрю и ржу. Ту квартирку, которую мы смотрели, скидку сделали буквально... Ну, сколько? 150. 150, девочки, это хорошо. Вам не... Ну, редко такую цену скидку делают. Сделали скидку. А сейчас после Депрем, это Бахчекат 2+1, дом старый. Ну, не знаю, дай бог, чтоб продали. А нам не уступали, девочки. И 400 всего давали Айдыну именно. На эту квартиру 400 давали кредит. Он говорит, если бы дали 600, я бы, говорит, купил. 400, говорит, я не притянул. Ну, наличек, что ли. Столько наличка не было. И поэтому купил машину. Девочки, курица горит у меня. Пришел, говорит, я голодный, мам, что кушать будем? О, девочки, у нашего Устайчика так зубы выпрямились. Да, сына? Устайчик про нижнюю челюсть говорит, а я ему говорю про верхнюю. У него же зуб на зуб заходил. Не, так шикарно у Устайчика зубики вот так друг на друга, а сейчас прям вот так стоят. Были друг на друга. Нет. А сейчас вот так вот рядышком. Ну, там чуть-чуть заходит. Нет, были зубы. Нет, не ровно, они не прямо, да? Еще? Да, пока еще не прямо, да, но чуть-чуть осталось. А я думаю. Чуть-чуть осталось. Я прямо, девочки, обалдеть как! Нет, чуть-чуть еще, у меня зубы не слышат. Ну, факт то, что это уже друг на друга вот так вот. В следующий раз полстый туда поставлю. А, сверху. Поменяют. Нет, в этот раз тоже поменяли. В этот раз тоже поменяли что-то? Да. Оттирали, да? Не могу поставить. Ну иди неси, кто да, хочет. Да. Баба пить хочет, иди неси. Все пришли, девочки. И муж пришел, и Айдынчик пришел. Айдынчик эту косушку-пиалушку съел бами. Вкусно, говорит, я люблю бами. А у Тайчику, ой, девочки, витамины муж набрал, шут. Это рыбий жир, омега-3, мультивитамины, А, Б, Ж, Д, Е. 10 штук. Здесь всего 10 штук, 10 ампул, что ли. И витамин Ж, 20 штук. Айдын говорит, мне не надо, у меня есть прям. Я, девочки, тоже не буду. Устайчик. Ну, зови Аби. А, наверное. Аби позови, все. Пока тут я курицу. А муж как раз, девочки, курицу принес. Хорошо, что принес. Девочки, не пошла в магазин. Я пока тудым-сюдым. Я вон оладьи себе напекла. С вареньем своим цитрусовым. Потом с пекмезом залила, с айраном и выпила. Девочки, такие красивые кружки я, наверное, еще куплю. Там красная была, Туркия, Истамбул. Еще две куплю.
Такие красивые девочки. Положу, пусть лежат. 70 лир стоит. Грех не взять, как говорится. Муж. Муж чай хочет. Сынок, ну все. А? Сейчас. Ну давай, давай. За дядя чем? Покушай, потом будешь. Вот лопатунь-то. Девочки. Девочки, сижу с лопатуняком. Говорит, 8 вышел, 9:30 доехал. Трафик на Босфоре, да, на мосту? Не на мосту, я из второго пришел. Ты выбор. А, это... В втором тоже был трафик. Тоже трафик. Имрание. Я вспомнил. Да, сейчас эту квартирку, дай бог, чтоб купили у них, да? Да прям все боятся. Старый дом. Старый, да, дом. Но там хорошее. Там, вот если бы не Депрем, там хорошо можно за сделать. Миллион, там за, миллион, за миллион даст? За миллион даст куплю. А, за миллион купишь? За миллион я куплю. Так денег нет. Я создаю. Создам, говорит. Найду. Амидес. Ну, старый дом, сынок. Ну, конечно. Но он так вот на пригорочке стоит. На миллион. За миллион. Не, главное, мы торговались. Они говорят, нет, это окончательная цена. Я, а сейчас 150 даже мне дали меньше, убавили. После Депрем, конечно, они тоже испугались, значит. Тоже испугались? Может, они... Нет. А вот Бакыркё я сегодня смотрела. Далеко. Далеко? Далеко. Ой, там прям целая махаля, я смотрела частный сектор. Ну, там дорого, но частный сектор. Ты хочешь сюда, я вот. Не-не, частный думал, сектор. Не-не, нормально. Частный сектор. Ты знаешь, что такое частный сектор? А? Так, где работают люди? Нет, частный сектор, это имеется в виду... Лада Чаттеси, что ли? Как Кузгунчук, домики, свой дом. А, ну Мустаки вот. Леви. Бабуня, идёт наш. Девочки, подарки от котов. Не открыть, не знаете. Не, о, не это крутишь. Нет? Сейчас скажем мы. Видите, девочки, Айдынчик не знает. Надо вот это включить, а он вот это. Все? Все? Выключать? Все. У нас еще Новый год. Девочки, что мамке для счастья надо? Что мамке для счастья надо? Когда лопатунчики с ней. Да? Лопатунчики когда с ней. Что-то делает, мам. Я что-то делаю. Октачик был у нас маленький. Спать, время спать. У него это, работа начинается. Говорим, Октачик, завтра рано в школу вставать. Иди спать. Ложись, давай. Мам, я что-то делаю? Еще с таким серьезным лицом. Мам, подожди, я что-то делаю? Ты помнишь? Серьезно еще так злится. Лицо еще такое сделает. Я что-то делаю. Сейчас. Вообще, как спать, это прям проблема была для нас. Октаю уложить спать. Завтра в школу рано вставать утром. Мам, подожди, я что-то делаю. Лопатунки. Лопатунки. Один лопатунька, второй лопатунька. И третий еще есть, девочки. И еще третий. А на синенько засу. Куда ж без него? Ой, девочки, накормила, напоила. Еще курицу будет кушать. Тоже сейчас что-то делает. Курицу будет кушать сейчас. Ну, должен протеин взять. И спать пойдет. Время 10 часов. А я, девочки, рубашки не гладила. Но он говорит, у меня еще есть. Не возьму, говорит, у меня еще есть. Я, говорит, устал. Домой пойду. Я горю, и дома лука нету. Ну, лука, правда, нету. И картошки нету. А муж говорит, я же недавно купил картошку. Она у нас там лежит, на террасе. А я про нее совсем забыла. Девочки, я же тут... Шелуху собираю. Уже полный мешок насобирала. Яйца красить буду. Вот так вот собираю.
Потом крашу. Сейчас у меня бахча, девочки. О, сейчас луковая шелуха всегда нужна. Это же лекарство для растений. Вот так отвар луковый сделаешь, разведешь водичкой и поливаешь. Все, девочки, туда надо поставить. Вот еще есть. А это мусор. Это мусор. А эту коробку туда надо убрать. Девочки, всех накормила, напоила. Сейчас вот здесь немножко тоже подотру. И тоже пойду кину смотреть и спать. Вроде каждый день трешь. Откуда что берется? Не знаю. Муж бахчу. Это кафель, по-моему, со шланга. А Айдын-то там не знает, что крутить. Накрутил. Теперь мне надо стирать. Надо кран теперь на место. Я тоже не знаю, девочки. Вот и бананы у нас никто. Лежат. Надо есть. Ну, я завтра утром съем. Ну, я максимум утром 2 банана съесть. Больше 2. Все, девочки. Все подтерло. Ай, Дынчик с голодухи-то полную эту тарелку. Туршу наколотили ему. А он говорит, я все не могу. Но он хорошо покушал. Хорошо. Курицу же он тоже на вес кушает. Все. Там сколько грамм. Я уж не знаю, сколько там грамм было. Покушал. Накушался. Я говорю, давай шоколадки возьми. Он говорит, я не ем шоколад. Ну, короче, посмеялись там. Он рассказал. Рассказал. Посмеялись, короче. Ну, все. Муж говорит, пожалуйста, закрой, говорит, соленье. Очень сильно воняет. В квартире дышать невозможно. Я говорю, ладно. Закрою. Все. Паста там у меня кусочек была. Айдынчик тоже покушал. Вот и тарелка супа осталась, и тарелка бами осталась, и кастрюли пустые будут. Но они уже у меня тут в машинку не залезут, у меня уже все, машинка полная. Что делать? Надо по тарелочкам, так оно еще тепленько, по тарелочкам сейчас разолью, в холодильник поставлю, а кастрюлю руками помою. И все, девочки, и усё. И пошли, мы свободны, как ветер в поле. Будем кино смотреть. Кино. Кино буду смотреть. Тарелочка. И баня. И баня будет еще одна тарелочка. Ой, такой, девочки, вкусная баня. Сегодня я заварганила. Всем понравился. Прям я хорошо специями сдобрила. И прям, я, девочки, честно, я удивилась, что Айдын кушал баню. Девочки, все-таки бекарская жизнь пошла на пользу. Ценность мамки. Ценность мамки. Понял, как говорится. Ну, а что бы он сейчас бы пришел домой и себе бы готовил кушать. А так мамке пришел, мамка все быстренько. А курицу жарить, сами знаете, мясо жарить, брызги во все стороны. А потом мыть же это все надо. Thank you.
Сейчас, я ему всегда говорю, когда дома доберешься, это он парковку, наверное, искал. Спокойной ночи, говорит, я дома. Ну, тоже напишем, девочки, да? Спокойной ночи, любименька. Спокойной ночи, любименечка. Все, мальчиш будет спать. Мальчиш будет спать, а мы, девочки, пошли еще кастрюли с вами помоем. Муж чай еще хочет пить, видать. Пить еще чай. Закрыть нужно пленкой. Пленку храню в холодильнике. Лайфхак от турецкой свекрови. Девочки, надо. Ну, закрою сейчас и отрежу пленочку. Почему, девочки, в холодильнике, уже как-то говорила, она потом хорошенько конец можно найти. А так она прилипнет, ни конца, ни края не найдешь. А так быстро, легко находится. Все, девочки, чорба к холодильнику готова. Еще вот эту кастрюлю помою и спать пойду.